выставке, на этом празднике, на этом фестивале, я спрашиваю людей, а сколько лет вашему костюму? Потому что есть такие потрясающие костюмы, что великие кутюрье, как Жан-Поль Готье, они просто отдыхают в скромном уголке. Настолько сложные, настолько колоритные костюмы. Я спрашиваю людей, сколько лет вашему костюму? Мне говорят 400 лет, а другие говорят 150, 180. Это моя прапрапрабабушка сделала. То есть такая древность. Вы знаете, как это было бы... У меня нету таких костюмов, доставшихся от моей прабабушки, к сожалению. Есть какие-то скатерти и маленькие вещи, которые сформировали мою сегодняшнюю любовь, потому что я смотрела на пэтчворк моей бабушки, которая делала сказки из пэтчворка, такие коврики. И вот это меня привело сегодня к такому вот восхищению народным творчеством, народной культурой. Я вот думаю, что мы, мама, то, что мы можем оставить нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам, это вот эти истоки. И вложить эту любовь в костюм и передать это по наследству, потому что костюм – это традиционная вещь, которая не подлежит моде. Я проработала 20 лет в моде, в фэшн-индустрии, и могу сказать, что все, что я там почерпнула, это то, что тенденции меняются каждые 6 месяцев, и ты настолько уже начинаешь мыслить на 2-3 года вперед, знаешь все тенденции, все изменения, ты в этом потоке бесконечного уза джет попользовался и выбросил. Но здесь мы говорим о том, что молодые девушки надевают одежду, которую носили их прапрапрабабушки 400 лет назад. И они совершенны. Они просто исключительно совершенны. Давайте подумаем и об этом. То есть не только о прошлом, но и о нашем будущем. Потому что, сохраняя традиции, возрождая их, буквально археологически откапывая, потому что мы очень многое утеряли, мы поможем нашим детям иметь эти корни, иметь это здоровье, это спокойствие, эту благость от своего рода. Я желаю всем нам этого возрождения, такого же мощного, такого же сильного, как происходит это в Ренессансе Болгарии. Так они на это называют движение, Ренессанс Болгарии. Я счастлива здесь находиться. И здесь такое впечатление, что с самого первого момента ты хочешь вернуться опять. Еще ничего не закончилось, даже, может, не началось. И ты уже знаешь, что ты будешь сожалеть о том, что это закончится, и будешь ждать новой встречи. Великолепно.